Убийца, ты считаешь, что события на скале можно считать мятежом, верно? На мой взгляд, да. Даже если бунтовщики были под воздействием неизвестной силы? Это не меняет того, что они не подчинились приказам и стали убивать сослуживцев. И это так мерзко. Сделаю, конечно. Как же не сделать-то? Готово. А теперь отвали. Пора валить. И, кстати, чтоб ты провалился. Парни, что там? Ничего, Квилл, ничего. А что случилось с Грутом? Ну, у него дефоляция сезонная. Я знаю, что ты врешь. Вы что-то задумали. Наши планы тебя не касаются. Может быть, все обсудим? К чему слова, если они не подкреплены делом? Мы со всем разберемся, я обещаю, точно. Как ты обещал перед Сикнарфом? Да ладно, ракета. Что, станешь мне втирать, что я ценный член твоей команды? Отвали ты, Квилл! Ракета? Отвали, Квилл! Синица, ты на связи? Я знаю, ты думаешь, я тебя сдал. Кто это Синица? Гамора, я тут... С кем ты разговаривал? Кто это Синица? Это... был позывной Йонду. Он был Синица, а я пацан. Я правильно поняла? Йонду Удонта, предводитель космических пиратов, гроза системы Сириус, отпетый негодяй, выбрал себе позывной Синица? Даже вышел его себе на куртке сзади. Волшебно. Это и было волшебно. С самого дня нашей встречи. Как вы познакомились? Земляне и центавриане вообще-то не соседи. На Читауре Прайм. На 4-й год моего заключения. Стой. Йонду был военнопленным? Но пираты были нейтральной стороной. Ну да, и в то же время нет. Нас посадили в одну камеру. Когда он вошел, первые его слова были такие... Парень, ты ко мне не привязывайся. Я сюда заскочил чисто пожрать. А кормили в тюрьме паршиво, так что... Да, это похоже на Йонду. Сокамерники у меня сменялись довольно часто. Читаури проводили гладиаторские бои. Ты привык лицезреть смерть? Не совсем так, но я не ждал, что кого-то хватит надолго. И мне тогда еще не вживили переводчик, так что я был, по сути, сам по себе. Но Йонду говорил на моем языке. Он вызвался быть переводчиком в обмен на пайки. Даже в этой змеиной яме он занимался махинациями. В этом мы были с ним схожи. Я продумывал план побега с тех пор, как меня туда посадили.
И мне не хватало только кого-нибудь вроде Йонда. Как вы сбежали? Это был план местами простой, местами сложный, а местами стыдный. Но кончилось все тем, что мы передали транспорт с краденными припасами бойцам сопротивления. Готова поспорить, что не за даром. В общем, после этого пути назад уже не было. Я стал опустошителем. У опустошителей одно правило – грабь всех подряд. Они считали себя нейтральной стороной. Но ведь это не так. Я хорошо помню несколько нападений на корабли Читаури, когда я была еще... ну, сам знаешь. Они также охотно грабили сопротивление, пока их не подстерег крейсер Читаури с включенной маскировкой. И Йонду не угодил на Читаури Прайм. К тебе. Угу. После побега он мог высадить меня на какой-нибудь станции или рядом с ближайшей базой корпуса, но не стал. Вместо этого он позвал меня в опустошителя. Ты долго пробыл среди них. Тебе нравилось? Да. Впервые я почувствовал, что нахожусь на своем месте. Не знаю, поймешь ли ты. Я ощутила то же самое, когда вступила в сопротивление. Как будто моя судьба наконец оказалась в моих руках. Да, именно. Первые годы это было, как будто я стал членом очень большой, очень вздорной семьи. То есть, выходит, Йонду выступал как бы моим... папой? Могло быть и хуже. Но если ты не против, я хотел бы побыть один. А, да, конечно. Увидимся. Нужно очистить разум. Книга не помогает. Если хочешь совет, я как раз дочитала неэффективные планетарные боевые тактики галактической войны от мира сознания. И чем это поможет очистить разум? Ничем. Это тоскливое чтиво. Должен признать, я переживаю за экипаж Надежды Халлы. Думаешь, Корел пустила бы этих психов на борт? Ее не было на посту, когда мы с ней связали. Кто-то еще мог их пустить. Не нравится мне трекер Нова на сидении Питера. Особенно отсчет времени. Три цикла – малое количество времени. Надеюсь, на забвение его снимут, не то нам понадобится новый корабль. Предлагаю корабль с более приятным запахом. Может, проверить, все ли нормально на остальных станциях корпуса Нова? Вот доберемся до забвения, тогда валяй, проверяй! Нам не стоит злить грызуна еще сильнее. А что? Он милый, когда сердится. А координаты? На твоей консоли. Понял. Вперед на забвение! Забвение. Последний космопорт на отшибе Вселенной и место лучших сделок на черном рынке. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта целее сделала! Проделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже. Как и лапша. Этому Космо точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Вероятно, он все время на связи с корпусом Нова. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку.
Что они там делают? Задумали аферу. Прощайте, выхвости! А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? Ты последним с ними говорил. Да, ракета был взбешен. Вы были правы. Похоже, им нельзя было доверять. Я все еще верю, что древо образумит грызуна. Надеюсь, глава охраны забвения вмешается и поможет корпусу Нова. Меня еще тревожит эта станция. Хоть вы еще здесь. Я не пропущу твою встречу с Космо. Ты не знаешь того знакомого ракеты, способного снять трекер? Неа, извини. Веди себя прилично, пока нас нет. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Так, Дракс, где ты хочешь предаться щедрым возлияниям? Я не решил. Вероятно, у Мантла. Правда? А почему не в баре у Аллы? Потому что там не такой крепкий Эль. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся. Говорю же, мы давно знакомы, и он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. И почему мы вечно здесь по работе? Мне нужен отпуск. И чем бы ты здесь занялась? Пить, играть, броситься в разлом, в конце концов. Веселиться? Я нахожу уничтожение врагов наиболее веселым занятием. Разведчик М-класса. Это корабль опустошителей? Был когда-то. Я его позаимствовал. Будь я ракетой, где бы я была? Ты не он. Он куда ниже и покрыт мне. А мне кажется, это добавляет шаг. Ты имела дело с этим Космо убить? Мы снова вернулись к этой кличке. Констатирую факт, ведь ты и правда убийца. А ты осужденный серийный убийца. Твои руки тоже нечисты. С такими тяжестями ты спину надорвешь. Да, нужно передать. Ты стихаешь. Тебе заплатят за время восстановления. Не терпится увидеть разлом. Я подозреваю, что грызун и его древесный спутник где-то бьют. Где бы он взял юниты на это? Не думаю, что он стал бы платить. А как же ракета и груз? В смысле, как же? Они ушли. Что мне делать? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Это твой совет? Извинению не обязательно быть искренним. Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг, тогда, может, и извинюсь. Ладно. Сообщим Космо о произошедшем, и потом у нас будет время подумать над тем, что делать с ракетой. Если ракета не вернется, нам нужно будет придумать, как избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили незаконно полученное. Да, все подтвердили.
мы пойдем в бар и поговорим с каким-то старожиком, который... Космопорт оживленнее, чем обычно. Война всегда выдавливает бедных к границам. Галактическая война закончилась 12 витков назад, а мы все переживаем последствия. Раны заживают, но шрамы остаются. Чего они там? Корабль здесь уже 40, так? Заметил вас. Давненько не встречал кораблей М-класса. С тех пор, как Йонду отошел от тебя. Ты знаешь Йонду? Знал. Давно. До того, как его отправили на Кио. Слышал, его сдал один из своих. За все в жизни приходится платить. Думала, что так соскучусь по забвению. Привязанность к определенным местам и людям подчас не объяснима. Это, на удивление, глубокомысленно. Это место остановит. Отлично. Забираем багаж, заселяемся в отель. Вали, земдух. Я кое-кого жду. Вы нарушите. Что я нарушу? И как нам найти Косма? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Привет, мне нужно поговорить с Косма. Он в башне? Должен быть. Вам туда. Прямо через рынок, там увидите. Я могу еще чем-то помочь? Нет, все хорошо. Приятно вам провести время. Приятно будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури? Мы познакомились здесь, когда я был с опустошителем. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. Наши дурные поступки остались позади. Теперь мы хорошие. Точно. Герои по найму. Только нас не нанимают. Если повезет, Космо найдет нам задание. Может, даже оплачивает. Следите за своими вещами. У этих чудаков очень быстрые руки, знаете. А на Земле тоже были предсказатели? Люди, утверждающие, что видят будущее, были. Я встречала таких на нескольких планетах. Странно, что в этом схожи многие культуры галактики. И вхождение на двух ногах. Я ждал, что инопланетяне будут более... другими. Шарлатаны не умолкают. Собственных мыслей не слышу. Что на это они и рассчитывают. Почему Госпо позволяет им распространять ложь? Площадь провидцев — это традиция. Она здесь с тех пор, как тут поселились... Карты знают все.
Заплатите и узнайте прошлое или будущее. Мне хватает и обычного настоящего. Карты никогда не уйдут. Извините. Сейчас я всеми силами пытаюсь от этой самой правды уйти. Очень искривлены. Чего не имею? Наумал бача. Человеку. Нет, вы ошиблись. У меня все супер. Титан заплатит за все, что он уничтожил. Я могу найти его больше детишек. Поэтому война закончилась. Ты его приемная дочь. Ты в это веришь? Я долго не могла в это... О, я тебя помню. Друг Йонду, верно? Грозный морд, да? Ну как, мой эликсир помог решить твою проблему? Что? Впервые слышу об этом. Приветствую вас, господин, с которым мы никогда не встречались. Вы ищете что-то конкретное? Нет, просто смотрю. Уверяю вас. Во время войны такие места были повсюду. Кто-то жаждал ответа, а кто-то пытался немного заработать. Они монетизируют обман. Когда семья голодает, ты делаешь, что можешь. Гамора! Эй! Мантис, что ты... У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, это та, что боялась работать в команде? Привет! Звездный Рок? Или Рок-звезда? Я Звездный Лорд. Точно! Я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? На какое дело она ссылается? Я не знаю. Здравствуй. С тобой мы не встречались? Я... О, нет. Нет, нет, нет. Этого не... О, бедный. Нет, он лжет! В смысле... О, в медь. Там, где растут катати, попранное обещание дома будет исправлено. Запомни. Мантис, ты чего? О, эй, Гамора! Ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся. Первый раз всегда так. Небесная Мадонна! А, вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз-таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. А когда не бывает брожения в галактике? Ладно, ладно, раз вы на меня так смотрите. Была рада повидаться, Гамора. Звездочет, зеленый из люка, пока-пока. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Уклончива женщина. Стоп. Женщина? Лучше ты меня еще не называл. Я не стану расспрашивать, но если сама захочешь... Мы встретились после того, как я провалила задание. Мне было плохо. Я бы умерла, не найди меня, Мантис. Она тебя спасла? Да. Конец истории. Но это не конец истории. Верно, здоровяк. Но не будем на нее давить. Это был с жукоглазкой. Жрецы Фамы. Я слышал об их трусости. Пацифисты, а не трусы. Но для тебя разница невелика.
на меня пялится. Да расслабься, Дракс. Мантис из головы не выкинешь. Пойдем купим выпить. Я не хочу пить. Просто чудо, что эта голова еще не развалилась. Иногда мне кажется, что забвение кое-как держится только что благодаря это? Взяткам. Уж лучше взятки, чем наносмола. Она так держится, что ее ничем не отдерешь. Эй, ребята! Привет, Грут. Ракета, нельзя меня игнорировать. Мы должны все обсудить. Ты в порядке, Дракс? Это значит... Я отлучусь. Что произошло? Не выпытывай, Питер Квилл. Не ждите меня. Что это за дела? Эй, Дракс! Куда прешь, звездный лорд? Сам ты прешь, красный урод! Ты это видела? Гамора, Гамора! Значит, я иду к Космо-1. Я всякое повидал, но призраки? Сомневаюсь. У меня что-то в горле застряло. Может, лучше тебя запить? Да не, мне бы сейчас выговориться. Разговоры не мой конек. Особенно, если ты ничего не покупаешь. Ошибся. Я тебя впервые вижу. Раскрыть тебе тайну? Я просто иллюзия. Призрак. Меня. Как-то слишком цинично. О, однорукий бандит. Кажется, мой выигрыш не за горами. Ладно, разок. Только не лимон, не лимон. Ну и где деньги? Сбой системы? Обратитесь в местный... Да мять! Вы меня за дурака держите? Он сломан. Вот ведь хрен. Thank you.
Что такого в этой штуке? Не знаю. Вас их там много. Все что угодно. Почти. После ремонта, конечно. Новые сейчас редкость. Ну... Ой, ищете что-то конкретное? Мне бы что-нибудь, чем нейтрализовать трекер корпуса Нова. Серия 7 от 12 или 2G2. Стойте! Их уже не выпускают, хотя... Есть кое-что, что должно сработать, несмотря ни на что. Впрочем, поручу это моему технику, если вернется. Хорошо, пусть заглянет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вы, мой дорогой счастливчик, наконец-то прибыли в Империю Чудес! Частный музей Теннелира Тивана! Самая-самая-самая эксклюзивная коллекция чудес галактики! Все прячут свои сокровища, но не мистер Тиван! Он очень-очень-очень щедрый и делится находками с простым людом! Не хотите ли вы осмотреть музей? Самый большой ассортимент сувениров в галактике. Нет, спасибо, я за этот цикл уже достаточно странного насмотрелся. Вот как значит. Что ж, я желаю вам славного, славного, славного дня. Самый большой ассортимент сувениров. Что это за место? Вы зашли в магазин сувениров Империи Чудес. Хотите приобрести сувенир? У нас есть уникальные товары. Можно. А что именно у вас продается? Копии самых редких вещей. Фигурки и артефакты утраченных цивилизаций. Произведения искусства. Фигурки? Типа кукол? У меня в команде есть кое-кто, ей может быть интересно. Невежда мог бы назвать их куклами, но это все не имеет отношения к делу. Расскажите мне об этой женщине. Она увлекается мечами. Это не важно. А какая она? Такая крутая. Хотя, мне кажется, у нее все же есть слабые места. А, у меня есть для нее идеальный подарок. Ну, что скажете? Не желаете приобрести? Как раз в меру зловеще. Ей понравится. Великолепный выбор. Полагаю, шелковая подарочная упаковка вас не интересует. Да, и так сойдет. Хорошо. Желаю вам удачи.
Прощайте. Испытать свою удачу. Или зоркий глаз. Все просто. Находишь шарик, выигрываешь. Ну, что скажешь? А это не одна из тех игр, в которые невозможно выиграть. Что ты? Что ты? Что ты? Ты что, вообще не в курсе? Кабель всех кидал, уличных повыгонял. Ни лохотрона, ни обмана. Вот так. Могу выиграть? Давай так, дружеский матч с символическими ставками, чтобы доказать, что я к тебе со всей душой. Что скажешь? Что скажешь? Ладно, сыграем. Но не вздумай мухлевать. Да не в жизнь, капитан. Ловкость рук и никакого мошенничества. Видишь? Вот там шарик-то. Так, кручу, верчу. Хочу запутать. Хочу. Давай, где шарик? За хорошее зрение. Посередине. Да чтоб меня. Ты угадал. Ура, кабура, выжигара. Мои поздравления. У тебя глаз алмаз. Держи выигрыш. Вот, видишь? У меня все очень честно. Плачу за внимательность. Все шито-крыто. Ну, вроде да. А ты, парень, не промах. Ну что? Еще разок. И, может, поднимем ставки? Не, не стоит. Мне сегодня не везет. Команда, друзья... Мне очень жаль. Тут ничего не поделаешь. Могу помочь тебе отвлечься от грустных мыслей. Как всегда, потрясающий. Ты просто...
Эй, моя группа должна была ждать меня здесь. Как всегда, потрясающе. Видимо, они уже внутри. Есть свои дела. Они. Чтобы служить в нижней гарнии. Что это? Проблема с корпусом нова. Вот, покончу с делами, и тогда уже забуду по-крупному. Я ранен. Эй! Ну и денек. Псу под хвост. Может, безделушка меня развеселит. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что, ничего. Мне прям полегчало. Чем это пахнет? Привет. Посмотрите на себя! Кожа до кости! Еле ноги передвигаете! Перехватите чего-нибудь, почувствуете себя лучше! Ну что, хотите поесть? Нет, спасибо. Я белковой пастой наелся. 100% дневного рациона. 0 ароматизаторов. Нас оберткой не обманешь. Я здесь с утра до ночи, если передумаете. Немного подзаботы, подходи.
Нудо. Повторяю, игры на рынке не наша ответственность. Надеюсь, Космо у себя. Мост закрыть. Туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Переулок. Ходи туда. Но мне очень нужно Космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Стоп. Вы знаете мое имя? Ходи или сидеть в тюрьму. Выбирай. Так, старик, о чем задумался? Ты веришь, что это край вселенной, Питер Квилл? Верю. Да, ведь так и есть. Так, ты сбежал для этого? Глянуть со смотровой площадки на разлом? Нет. Я хотел почтить память своей семьи. Бессмысленная смерть. Нелепая. Кажется, я тебя понимаю. Мою маму, когда Читаури напали, тоже ни за что убили. Расы. Ее нет. Но теперь она в лучшем мире. Так? В кататианской религии попасть в Ултат сможет лишь тот, кто прожил жизнь со смыслом. В противном случае тебя ждет вечный Сардут. Наши близкие не в лучшем мире, Питер Квилл, а в пустоте. Эй, погоди, погоди. Моя мама однозначно не в пустоте. Она была хорошей. Откуда знаешь? Просто знаю, и все, ясно? Ее место на небесах. Она не заслужила в пустоту. Если ты не против, Питер Квилл, мне бы хотелось побыть одному. О, да. Ухожу, брат, не вопрос. Увидимся на корабле.
Совсем не стрёмно. Космо явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь, если найду их. Не боишься, Питер Квилл? Я непобедимый громила, и я бесстрашен. А вот ты точно сгинешь здесь. Космо, это ты? Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Так, приятель, спокойно. Спокойно. Кто здесь? Гляньте на этого земнюка. Спорим, ты окажешься в одной из этих машин для обработки. Мять! Я так инфаркт схлопочу. Началось. Ух ты, кто попался. Куда прешь, звездный лорд?
Что вонючий грязный земнюк здесь забыл, Россо? Прячется, небось, Гарик? Да, земнюки всегда прячутся. Все же знают, земняки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Ну, награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земля не все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, земнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Земнюки и правда на одно лицо. У этого земнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. А может быть, звездный лорд? Да неважно. Держи его! Нам сказали навалять землюку, у которого куртка с буквами. Мало ли кто ходит в куртках. Да, но леди Хелл велела пристукнуть именно тебя. Так сдохни! Что? Она его выбывает мертвым. Леди Хелл, я вам заплачу вдвое больше. Ну нет, леди Хелл шутки плохи. Трое больше. А он испугался. Мы можем все обсудить? Она вскормит без своих зверят. Тебя конец. Тебе крышка! Мы не знакомы! Вы бывали на контракте? Земнюк, болтов! Ладно, ладно, ладно. Этот, как его, тайм-аут. Сердце разрывается. Парни... Это очевидно. У нас равные силы. Не равные. Мы абсолютно непобедимы. А что ж, это не айс. Но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся. Давайте добьем! Это наш шанс!
Будьте тебе рад! Я рад поучаствовать в этом бою! Мы их по полу размажем! Что за... Питер! Что происходит? Это же улет. Фильм про зомби, захвативших землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси, я взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Я это предвидела. Слышала о праве по рождению. Это то, с чем ты живешь. Как имя? Перед отлетом в космос отец... Ах, мам! Я знаю, звучит глупо, как бред, но... Теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Может, это убедит? Ого! Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Думала, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. А у влиятельных есть враги. Что за враги? Не могу сказать. Его народ воевал, и он знал, что, оставшись с нами, приведет войну на землю. Так что выбор тот еще. Обменять счастье на безопасность людей. Твой отец улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо. Но что-то надвигается. За нами наблюдают. Мам. Если не имется доиграть партию, так бы и сказала. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень. Но нужна и осторожность. Случится может всякое. Пойду выпущу Кубрика. Я быстро. Жесть! О, черт!